Какую стрижку-то? Бокс, полубокс? Или площадочку? Молодежную. Подравнивает там. Ты скажи, Рыжий, ты что, все-таки медовика даешь утром, что ли? Разрать. Светка любит пчелка, пчелка Светка, что ли? Не, Рыжий сказал, блин. Нихуя. Они-то нихуя не понимают. Мы бойцы, а вы че? Ну, вон, видишь, блин. Спартак, давай. Должно нормально быть. Спартак, давай вещи. Достань Анатолию вещи, которые ты ему приготовил. А, что я сделала, да. Все. Все. Все, Спартак, или умрешь потом от грязи, или это, бля, Рыжий. Я же ножками топаю. Люди счастливые, блядь. Они вы не притворяйтесь, настоящие люди. Давай. Что ты привез? Дари мужикам. Везент. Да. Данил, ты же тоже. Вот тоже канал у него, синий пингвин. Да? Ну. Опачки, нигера, кожак, блядь. Вот это я понимаю. Деда, вообще нормально. Я тебя помню. Вот, все, бля. Ну все, я. Он, такой, бульдог, он отжимается больше, чем ты. Да, какая, что там вас? Ну, бля, пока, дед он сегодня 15 раз только что отжался. 15 раз отжался? Да. Фига себе. А бульдог на одной руке только что отжимался. Песчаный 9, не песочный 9. А песчаный. Вот это свитер ему. Теплая. А эти вот ботинки. Подойдут хоть ботинки-то? Куда? На вырос ему, блядь. На вырос только если. Растет, блядь. Я не деда, я спаса. Не понял. Че? Спартак. Спартак. Имя такое. Имя Спартак. Вова. Это я слышу. Спартак, это магазин у вас в Азбесе Спартак есть? Нет. Дед, блядь, дед. О! Ему даже не надо, блядь, завязывать да шерстяным. Шерстком нормально. Они шерстяным на зиму. Еще портянки намотаю. У Спартака вот тоже кроссовки, блядь, размер вот большой. Я портянки. Рыжий, ты что, блядь, письку спрячь, блядь, босялся, что ли, подскутник, блядь. Люди с Екатеринбурга приехали, он, блядь. Это татуировка просто. Спартак, ты не сидел, спрашиваю? Нет. Уже. Столю надень. Я смотрю. Все. Ты сидел, и все, завтра за пенсией пойдешь нахуй. Да жениться. Да, бабушка. Жених. А он говорил на невесту, блядь. Читал комментарий, как негативно его, блядь, это, когда его поселил ты сюда. Чего-то? Нет, что-то я... Негатив такой, блядь. Че, блядь, поселил его, блядь, нахуй, он тут тоже тараканы, блядь, гуяны. Я и в Тобольске был. Дед, загадку лучше загадай, блядь. Ты любишь загадки загадать. Загадку мы тоже загадку давай, можем загадать. Вот деду загадать, а дед, блядь, дед занимался всех своими загадками. Загадка, блядь. Смотри, у тебя 6 яиц есть. Молодец. Знаешь? Два разбил. Да. Два приготовил. Да. Два съел. Да. А ты все знаешь. Да нехай не знаю, такой. Че, нога моя. А что у тебя дед с ногой? 25. Ну что там, блядь? Дед. 75. Понял, дед? Вот так вот, нахуй. Весь угой, блядь. Покажи, ты отжимаешься. Спартак. Нихуя такого. Паша, еще вот отдельно, чтобы что-то для них снять. Вот какие-то, знаешь, батлы там, что-нибудь такое. Я не знаю, что, давайте как-то. Танцы, батлы, что-нибудь. Так, мне кажется, они, вот смотри, они контент, блядь. Вот у них батлы, блядь. Самый козырный вот такой, Вован. Покажи Спартаку руки свои, Вовка, вот это будет самый козырь. Вон, пока. Вот это, блядь. Пока. Пока. Вывешки ногти, блядь. Рабочий, вижу ее, а? Вот тебе, блядь. Смотри. Отломи его, блядь, его. Пока. Нога тигра это называется. Как у тигра. Он по деревьям лазит. А у Спартака звуки ногти. У Спартака, блядь, какие, блядь, ногти, блядь. Тоже Рыжий начинает красить ногти. Чего ты не красишь, что? Ну, бля, а он, что, блядь, подведи, какие мозоли. А ты лапки привез ему? Сюда. Не, зачем я, нахуй? Давай. Ну-ка, ногтями ему щелкни. Данюха. Тебе еще привет. Иди, блядь, слушай, Танюха уже запарил. Да, я любимая, нахуй. Я ее так, все, нахуй. Я ее даже вот... Ладно, идем в дом, посмотрим. Я ее... Да, ну-ка, давай, вон, батл, давай, с бульдогом, нахуй. Спартак, ставь сумку. Музыку. Давай, блядь, я включу. Нет, сейчас нижнюю. Крутиться. Бля, а вон там трава, пошли на траву. Пошли на траву. Нихуя, бульдог, вот тебе, блядь. Смотри, 75 лет, блядь, он сейчас тебя уделает, нахуй.
Бульдог, бля, смотри, нахуй, проиграешь, блядь. Перетанцует. Ну, тебя-то я точно перетанцую, нахуй. Да не, можно, мне кажется, и с запуском, что у нас там просмотров-то не так хули. Да канал, смысл, пошел, потом, блядь. Ну да, да. Тут забанят же, и такой, ну да. Конечно, оно тебе, видишь, оно без авторских, оно может... Маленький канал, он даже может его, блядь, страйк поймать, если... Ну да, да, да. Так что, нахера, не старайся нафиг это. У меня, когда по танцам не танцуют, под музыку, под такую, у меня жена просто переделает другую музыку. Ну я тоже думаю, я тоже думаю. А можешь сделать, музыку Паша. Сейчас ту? Давай, давай, давай ту, сделаем и переделаем, делай лайк. Спартак, ну ты что, дед, подожди, сейчас... Давай с машины включу, может. А, давай, ну. Давай. Только, может, машину сюда перегони вообще сюда ближе. Паша, а? У тебя, говорит, я слышал, что есть друг, который делает ремонт и это... Квартиры? Телефоны. Ну? Есть? Небо под ногами. Сейчас подожди, музыку включим нахуй, бульдог. Спартак, давай утри бульдогу молодому нос. Давай, подожди. Светка, что там делаете? Что такое? Ради бога тише. Голуби целуются. Голуби целуются на крышах. А вот она сама любовь. Ты сейчас давай его сейчас попробуй Спартака перетанцуй, блядь. Ребятушки, 75 лет. Спартаку, офигеть, красавчик. А вот она сама любовь воркует. Ему музыку не надо уже. Все, сам поет, сам танцует. Иди сюда, бульдог. А я хочу опять по крышам бегать. Видишь, вот хочу делать. У него рука была, блядь, а рука заработала. А? Пил сегодня. А как ты думаешь? Пил сегодня. Пил сегодня. А закусывал? Они не едят, нахуй. Закусывал, говорю. Немного тебе. Давай, давай сюда, бульдог, будем сейчас пляски, блядь. Спартак, ну что ты, иди. Давай, Спартак, утри нос. Да, хуй, я не знаю, бульдогу похуй. А рыжий-то ушел, куда-то, блядь, к вам? Домой? А свечки надо? Я хочу сейчас, он сейчас включит, он специально подъехал. Конечно. А, бульдог, вот. Бульдог, давай, разогревайся, разогревайся, молодец. А я хочу, давай, бульдог. Да, тибаем. Вот, просто сказать батл, батл легко. Тик-тик, тик-тик, пиздик, ку-ку. Завтра дебель старику. Дед, пока не утруждайся, дедушка. Прям воспышной пиздой. Пока не утруждайся, сейчас с парваком отжиматься будешь, блядь. Отожмешься? Где денежку дам тебе? Ну не знаю, сука, блядь. Сейчас музыка будет. Подожди, подожди, пока не надо, пока не надо. Пока не надо. Подожди, сейчас. Я настраиваю. Подожди, не надо. Вон, просто Спартак много отжимается. Вот и батл будет у вас с Спартаком сейчас, блядь. Ну у нас вот. Сможем? Конечно. Все. Че, все? Давай, бульдог, готовься нахуй. Танцы, блядь. Все. Рыжий, давай тоже танцевать, блядь. Сейчас будет, сейчас будет. Да, Спартак, ставь что. Спартак, ты пакет-то брось пока. Конечно, что ты? Танцевать сейчас будешь. Да. Ну, я не одену тебя, вы испугаетесь. Подожди. Если я надел, одевайся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Причини. Вот так вот. По-английски нахуй, по-китайски. По-английски. Ичини сан си, это по-китайски. Ичини сан си, горок, шикитачи, кирдю. Все, давай, бульдог. Бульдог, только попереданцуй это. Погнала тебя. Папа, пока. We'll be right back.
нормально. Да, все нормально. Хочу. Че сейчас место стоял, бульдог, садись. Да, ребята, парни пошли там, для себя там снимут кадры. А мы пока посидим. Молодец, бульдог. Не силы, сейчас еще раз. Нормально, все нормально. А потанцуешь, бульдог, красавчик, нахуй. Пузырь с меня, нахуй. Не зря я тебе квартиру, блядь, снял, нахуй. Знаешь, можешь, блядь, когда захочешь. У меня там паха, нахуй, у меня, знаешь, сколько комплексов, нахуй, всяких, нахуй. Комплексов? Там деда, нахуй, у меня тоже не пересидит. Не комплексуй, нахуй, не комплексуй. Блять, сука, нахуй я выхожу. Про кого это? Да, Андрюша, здравствуй. Это тебе бульдог. Бля, ты мне, сука, мне лечение будешь оплачивать, нахуй, понял? Какой Андрюха такой, скажи? Да, Андрюша, тупорылый, нахуй. Тупорылый. Вот он, сучка ебаная. Я тебе говорю, ты мне будешь уплачивать, нахуй. Мне лечение будешь платить, нахуй, понял? Я тебя жду, нахуй, 18 числа возле почты, нахуй. С деньгами, нахуй. Каждого месяца? Все, да, мне похуй, да, каждый месяц, нахуй. А что, пенсию получаешь? Да, пенсию получается. А что, блядь, я его, сука, он меня шарахается, вообще, нахуй, стороны, нахуй, меня обходит, нахуй. А я что, блядь, ты пока такой, дядя тебе рука заживет. Я говорю, потом... ты, сука, так я пускаю, нахуй, вот именно, она не полностью, она заживает, но она не полностью, девки, блядь. И девушкам, это медицине, нахуй, всем, это, девушкам, Ирине, дед, Даше, что слышишь? Это, Алексеевичу, всем, вам, всем большое, главному врачу Алексеевичу, и большой вам, хороший, большой-большой привет, нахуй. Я вам передаю просто от себя, от души. Девушки, я за вас рад и очень буду всегда рад. Всегда. Ирина, Даша, Оля и Алексеевич. И Татьяна. И, ну, Танюхи, нахуй, это потом, нахуй. Я всем передал привет. Дед, блядь. Ну что, садись, по коням сейчас поедем, блядь. А, куришь? Да, подожди. Танюша, Танюшенька. Это за первым магазином твои, это я тебе это звоню, Андрей. Звонишь. Это сам. Алло, скажи, алло. Это алло. Танюшенька, алло. Тебе дай Бог здоровья, счастья, всего самого хорошего, семейной жизни. И дай Бог тебе счастья и всего, и тебе много. И идите много. И детей много. У меня день рождения? Не, я просто от души. Да, от души. Молодец. Просто. От души, душевно в душу, да? Да, от душевно от души. А, как что она? Передайте деду Толяну привет. Толян, ты тоже? Иди пообнимайся хоть с ним. Здорово. Ну обними хоть деда. А ну-ка, что? Ну-ка, у тебя же рука правая, давай с дедом. Ну-ка, дед тебя завалит, давай. Вот раз, блядь, вот здесь. Не знаю, завалить. Давай попробуем, на правых руках. Давай, ребята. Давай. Бульдог. Ну-ка. Я левша. А я право. Давай. Давай. Вставай. Давайте, ребята, сделаем ставочки. Нажимаем паузу, делаем ставки, кто выиграет. Да, погоди. Нет, что, курит? Вот какой вальяжный дедушка. В адиках, нахуй. Кто курит? О, кто носит фирму Адидас, тому любая баба даст, нахуй. Так. Раз, два, три. Помчались. 68 лет против 45. Опачки. Опачки, все, нахуй. О. Ну я уж вы. Миритесь, нахуй. Молодцы. Дед, ты что сдался-то, блядь? Ёпта, ты никогда не сдавался, блядь, дед. Вот, блядь, да, дед. Да что, это нельзя, что ли? Ну, деда, дед, блядь. Деда молодец, нахуй, вообще, нахуй. Молодец, он вообще, поддался нахуй. Тебе, нахуй? Я тебе стопудово говорю, он говорит, молодец, пах. Да? Ребята. Танюшка. Дедушки. Танюшка. Танюшенька. Я с тебе с уважением одним глазом смотрю, но... Вторым, блядь. Второй, нахуй, не видит, нахуй. Ладно, мирись с дедом, блядь. Ты где проиграл, ты, наверное, затаился злобу на нем. Нихуя? Не ругались никогда. Вы, ребята, мы с дедом, мы никогда не ругались. Дед не пидор, да? Дай бог, нахуй. Дед пидоров на зоне не ебал, да? Дед даже пидоров на зоне не ебал, да? Нет. Лучше бабу нахуй выебать, нахуй, чем, блядь, нахуй. Пидоров выебать, нахуй. Танюшенька, тебе привет. Радость. Я тебя, а у тебя уважаю очень. И рад за тебя. И дай Бог тебе счастья, здоровья и семейной жизни. Бульдог, здесь все равно рэп будет. Какая разница? Ты да, хоть хочешь говорить? Нахуй, а рэп ставим. А, Светланочка, тебе тоже привет. Дай Бог, нахуй, от бульдога, нахуй. Это от Андрея. Светланочка, дай Бог, чтоб ты работала, выздоровела. И дай Бог тебе счастья, здоровья. За лечение я это
заплачу. Все. Не, у меня нет, она заплачу, да. У меня это паха. Где, да, сунь бульдогу в жопу палку, чтобы он заткнулся, блядь. Все. Палки морать, блядь. А то заебал разговаривать. Давай, Танюшке тебе передай. Танюха. Тебе большой привет. Дай бог тебе здоровья, счастья. Вот ну палку. Воткну палку. На место бульдога. Смотрите, дед рисует электросхему нахуй. Давай. Давай. Это вот окно. Ага. Тюремное. О, бля. Решетка рисуй нахуй. Нет, что на кривое какое-то, блядь. Не пластиковое, что ли, нихуя? Ну нету такого. Давай. Давай, ну. Дед, блядь, с загадками, блядь. Люди уже пишут, дед заебался своими загадками. Нет, он, блядь, все равно заебывает. Так это стена кирпичная. Это окно. Это окно. Ладно. Окно. Угу. Вот проведи меня. Меня. По нему. Окно? Да. Дед, а как в асфальте войдешь, блядь? Ну вот так вот. Показываю. Каждую. Каждую провести надо. Один ну. раз. Один раз. Ну вот, веди. Я вот. Тебе покажу. Вот, давай, давай, я это покажу. Давай. Давай. Давай, вот смотри, вот сюда пошел, сюда пошел, сюда пошел, сюда пошел, здесь побывал и сюда вышел. Да, а эти? Какие эти? Ну, дед, блядь, лишь бы наебай нахуй. А те? Блёк, нарисуй лучше электросхему. Давай электросхему нарисуй, H2O, электронная оболочка. Я тебе сильно, вот, это, круче. Вот здесь так. Это я тебе вот покажу. Так. Это, короче, земля. Вот это. Воздух, это воздух. Электрик. Дальше идет электрик. Да. Здесь идет катушка индуктивной стены. Вот так она. А ты просто листочки сложил. Туда. Туда. Здесь дальше идет с этой стороны. Идет дальше. Здесь конденсатор. Перемена. Вот здесь стоит ржана, да? Переменка. Нет, это переменка идет. Потом рельсы не снимай. Через переменку. Идет сюда. На катушку встал. Бульдог на катушку, блядь, встал. Антенна вот такую. Ну только мы ебет и все. На катушку встал индуктивности. Убери ногу. Это ебет его нахуй. Бах! Заберет нахуй. Ничего такое. Там земля нахуй. А? Что такое? Схема чего? Колебательный контур. Колебательный контур. Не колебательный контур. Бульдог, а? H2O, что такое? Вот это маленькая схема. Вода. А электронная оболочка? А электронная оболочка, это положи сейчас я тебе. Давай. Вот смотри, вот здесь атом, да? Вот здесь вот такой круг. Это атом, да? Здесь, короче, пополам нахуй делим. Здесь это. Здесь это колебательный контур, да? Здесь идет его пополам вот, атом этот. Разделить. Короче, это одна положительная. Ребятушки, сейчас Вовка там снимается в другом этом, на другом канале, блядь, ребят. Видите, Вовчик такой популярный стал у нас. Все как заебали, да? Ну ничего, сейчас поедем, да? Домой поедем. Паха, поехали. Ну сейчас тут буду, ну что люди приехали? Я бы, конечно, с удовольствием поехал. Мне нахуй не надо. Куда, блядь, не влазь? Ну ты долго залазишь. Я покурить хотел, я, блядь, не буду же там, блядь. В машине курить. Я выйду на улицу, покурю нахуй. Танюшенька, здравствуйте. Я тебя еще целую. А я, блядь, деда не целую, блядь. Да нет, тебя тогда. Чё скрикнулся, у тебя зацеловато. Ты что, деда целуешь, блядь? Танюха, я тебя целую, уважаю. Блядь, ну рэпом, блядь. И буду, и всегда тебе любовь и счастье. Любви и счастье. Ваша семейная жизнь у нас. Дурак? Да? Да, конечно. Да. Я ж. Дедушка, что ходишь там сопли, бля, потираешь? Иди сюда к нам. Куда ты ходишь какая-то? Покурить. Светка, ты куда пошла-то? Давай я за ним, скажу, едем. Все. Куда он поедет? Да. Да, дед? Я тихо. Домой поедем, нахуй. Ты убери бутылку, это тебе убрал, блядь. На чёрный день, блядь. Воды набрал, попить. Ну я тебе говорю, воду убери, нахуй, попить, блядь. Вот, в рукав нахуй убери. Я захотел, поэтому. Сука, блядь, пиздик. Падла, блядь, бульдог, блядь, несет, блядь, говорки нахуй. Да, дед? Челим, блядь, ему, хоть леща ему дал, что ли, блядь. Нет, дед, не надо, не лезь. Он молодой, блядь, он тебе сильнее, нахуй. Давай. Он тебе на руках поборол, нахуй. И чё? И все, он может тебя, блядь, пиздец. Сейчас, видишь, водички попьет, нахуй, у него сухость пройдет, нахуй. Видит, торопится. Чё жадничаешь-то, блядь? Бля, подавился, нахуй. Да ты не жадничай, ёптать. Деду не жалко, вот. Деду-то не жалко, да, дед? Я воду с собой. Пусть пьёт. Нам больше достанется, да?
Пусть пьет, нам больше достанется. Молодец, дед наш. Дед-то хули он, блядь. Недавно сколько лет отсидел, да, блядь, дед? Ну что я отсидел? Только 13 лет, нах? 12. Тебе рубля не хватило до расстрельной? Да. Так что, бульдог, он покруче себя, нахуй. Ты-то хули, кого? Ты пятерик отсидел, бульдог? Сколько ты отбывал? Не Светланка. Галочку дала. Ну-ка, скажи Светланке привет, нахуй. Светлочка, блядь, люблю. Тебя люблю, целую. Вообще. Ну и Танюха, я его уважаю. Ну и что скажешь, что новую жизнь начал? А я Светланку люблю. Я люблю ее. Это вот моя любимая. Все, дай бог тебе, что ты... Прикуривай. Ты мне принес? А? Нет, ты воды принес. А, там вода была, нахуй, да? А вода, блядь, дед, значит, дорогая, акваминераль. Нет, значит, воду, нахуй, подкинули, нахуй. А все. Это не надо, если тебе послали... Послали. Значит, принеси. А у него вот такой, в такой же нахуй. Да, да ладно, не хватит себе, все. Вот, а что, блядь, все? Ты сказал. Зачем, нахуй, я, это я тебе сейчас нахуй отдам, нахуй. Мне не нахуй, но не надо. Спит, надо тебе? Давай. Нет, давай. А деда нету. Да, бульдог, нету. Бульдог, ты тоже хуй наебешь, он парень-то пораженный, блядь, да, бульдог? Ну наебали его. Ну, блядь, мне нахуй наебу. Они, блядь, наебали нахуй меня, нахуй. Да мне, тебя блядь, воду, нахуй, посылали меня. Как человека. Так я так, а что будет? А что, а ты не пошел? А? Ты же пошел. Ты... Я тебе дал. А ты что, не в состоянии был? Ну да. Трезвый был, нахуй, абсолютно трезвый. Трезвый. Вот и пошел, нахуй. Ага. Пошел бы. Давай, сам, нахуй, хватит, да. Все. Забудь. Так меня зовут, все. Нахуй. Дед заднюю сдал. Все, да, дед, блядь. Только наехал, да, потом сдался. Я не сдался. Так а что, доруливай? Доруливай тогда уже до конца, хули. А что доруливать? А до конца. Сам же начал, да? Пошел бы, даже купил бы, нахуй, на везде. Ну, бульдог сразу его, нахуй. А что? А ты вот тебя послали, а ты пошел, нахуй, с кем-то нахуярился. С кем я нахуярился? А я откуда знаю? Блядь, если, блядь, не ебать. Ну, сам, в следующий раз сам будешь ходить. Да я и сам схожу. Да сам слышу. Вот эта челка такая летает по ветру. Ну, сука, наебал бульдог, блядь, на 100 рублей деда, блядь. А что скажи, бульдог, сам ходи нахуй, да? Хочешь пить? Иди нахуй, все. В следующий раз нахуй мне нахуй деньги нахуй не давай. Не давай больше, да? Все. Я обиделся. Больше деньги не давай бульдогу, то он обиделся. Нахуй ты на меня такое прешь, нахуй. Чего не было, нахуй, никогда. Сетка, блядь, по машинам, дед, машину. Ну что, Спартак, нормально все? О, Спартак там вообще нахуй нормально нахуй. Все. Блядь, все. Ты меня посылать хотел? Да. От Спартак целый у них, да. Йо, по колесам. Давайте прыгаем по машинам, дед. Спартак, что с нами поедешь? Или с ними? Давай по машинам. Каких-то людей вы вытаскиваете, они человеческое часто проявляют, понял? Потому что они не видели человеческого. Они становятся людьми, которые уже надежнее в трудных условиях. Они снова рождаются заново. Понятно? Какой за руль? Я сейчас дам за руль, блядь. Заново, за руль. Давай, садись деду на коленки, нахуй. Да? Они тому как бы обязаны своей жизнью, понял? А люди государства на это смотрят. Все, деду повезло, сегодня сетка на коленках едет, нахуй. Дед, ну что там, сетка, смотри, аккуратно не поднимай сетку высоко. А то лбом ударится о потолок, нахуй. Ты цыган или не цыган? Поедем. Спартак вот интересуется. Американец нахуй. У Спартака, блин, колокольчики. А, колокольчики. Я же бубенчики, на музыка своя. Театрально на режиссерном закончил. Ты? Ну, я ему говорил, 9 выстрелов, 5-я книга. Ну что, поехали, всякое такое. Тебе 75 реально, да, 75 лет? 75-й, но я вот... Ну, пенсия, вот, пенсия все у тебя есть? Ну, что пенсия, маленькая. Не, ну вообще пенсия просто есть? Маленькая, десятка, но... Минималка. Ну, ты да. сам получаешь Спартак с Йобурга, да? Чё? С Йобурга, в Йобург. Ну, да, чистый. На сильных лицах, блин, для животных много, они едят, коза, да, все такое. А, в своем доме просто? Ну. А, вон что. Семья и... Ну, что, бульдог, дал бы вот ему 75 лет? Спартаку.
Бурзаку? Да. Стригут, ну, выглядит молодо. Давайте я на спине огла покажу. Тут, на дорогу, ну а покажи. Я закаливаюсь, а я же в этом. А слушай, Спартак, где наколки делал? Татуировки дорого все, бля. Где? Кому за картина, кого как. А за картину ты рисуешь картины, что еще? А что, не знал, что 9 выставок художник. Да ты что? Вон, посмотри. Ого, вот это, ребятушки, нифига он. Ну, у тебя на ногах-то нету? Есть. Что, на ногах забил? Ну, ноги не... Я не надо не показывать. Да ладно, ты в трусах ходишь? В трусах ходишь? А что, без трусов, что ли? Ну, офиг его знает, то покажешь, что нельзя. Опа. Красавчик Спартак. Ребятушки, ссылочку на каналчик я оставлю. И не забывай подписываться на Данила, синий пингвин. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Всем, кто участвует в коллаборации. Да зачем? Все нормально, вот так видно же. Сто раз это жмуся, нахуй. Сто раз? Дед. Да ты что, дед, блядь, не надо сто раз. Куда ты сто раз-то? Ну вот это. А вон. Синичка, блядь. Все цветные, блядь. Все. Фиатика. Ребята, это не нарисовано, настоящее забито. Настоящее, вот. Это жопа только. А там, ты давно забивался-то? За 2 года я полностью. А, вот в этом же возрасте, да? То есть не в молодости. Ты мышцы пощупай. А ты вообще у тебя. Не целуйся, Спартак. Ребят, ссылочка на каналчик, не забывайте, ребят, подписывайтесь. Ребята, вы знаете, что вы будете большими дураками, если других людей не будете понимать, понятно? Скажи, подписывайтесь на мой канал «Спартак», ссылочка будет в описании. Скажи. Подписывайтесь на канал «Спартак Шоу», вы знаете, ребята, мы вам вертолеты будем покупать, понял? И мозга у вас будет светлая, как тюльпановое эхо. Все, а мы поехали дальше. Ну что, все собрались? Все, поехали. Поехали, получайтесь, нахуй. Ох, ребятушки, вот такой Спартак, нахуй.